разные, были вопросы странные. Мама, как называется то, что летит по облакам? Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Девушка улыбается, это, сынок, десантники. Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Девушка улыбается, это, сынок, десантники. Годы прошли, повзрослел мальчуган. Макс о слезах, бесшумный перрон. Девчонка прижалась к его губам. В армию уезжает он. Но вы не волнуйтесь, милые, годы пройдут, и я вернусь домой. Просто хочу попробовать, как одуванчик, летать над землей. Мужчиной стал он в армии, взгляд суровый, руки сильные. Смело прыгал в эту даль, в эту бездну синюю. Но купол однажды подвел его, и, выйдя с тропы, закутались. А запасной открыть не смог он, упал в парашют, укутавшись. Но купол однажды подвел его, и, выйдя с тропы, закутались. А запасной открыть не смог он, упал в парашют, укутавшись. Годы прошли, девчонка та идет с мальчуганом по улице. Мальчик поднял свои глаза, посмотреть, как тучи хмурятся. Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Девушка вдруг заплакала, это, сынок, десантники. Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Девушка вдруг заплакала, это, сынок, десантники.